Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Перед вами уже стоит следующий каталог, который будет действовать по 17 июля включительно. И давайте начнем с нашего заказа. Начну я, естественно, с клиентского заказа. Здесь всего лишь один товар, но это, естественно, водичка VIP Club Ibiza, парфюмированный спрей. Это новинка прошлого каталога или даже позапрошлого. И вот данный спрейчик я храню на работе и пользуюсь им от случая к случаю, в основном после работы. И, собственно, коллега, в общем-то, заинтересовалась данным ароматом и вот уже, собственно, и приобрела его. Очень мне нравится этот аромат, конечно, и я его обязательно с собой возьму в летнее путешествие, потому что это действительно поистине увлекающий аромат, который просто переносит меня почему-то вот на эти тесные улочки, в ночь, когда все веселятся, все пьют вино из бокала или просто танцуют, и вся улица шумит, живет своей жизнью где-то вот на курорте. Итак, возвращаемся конкретно теперь уже к моему заказу. И начнем мы, продолжим тему парфюмерии. И, конечно, наконец-то ко мне приехала водичка, парфюмированная вода Sublime Nature Tonka Bean. Очень я ждала, когда в каталоге будет скидка на эту воду. Сейчас она стоит где-то 2 с чем-то. Очень-очень-очень-очень классный аромат. Фаворит прошлого года у меня среди ароматов. И вот я храню этот флакончик, дабы время от времени почувствовать этот манящий аромат, который просто мне напоминает дивный восток, знаете, вот какие-то платки, специи, вообще какие-то вкусности, пряный такой вот аромат. Я, конечно же, сейчас его открою вместе с вами и нанесу на запястье. Очень мне нравится именно дизайн данного флакона, такой вот рифленый, если вы видите, и в очень таком строгом классическом стиле. Я, конечно, безумно рада этой воде, и я решила, что в последующих каталогах, если будет скидка на данную воду, я обязательно приобрету, так как мне, в принципе, сейчас пришлось ждать чуть менее месяца, чтобы появилась скидка на данный аромат. В принципе, он стоил 3300, и можно было его приобрести за полную стоимость, но почему бы и нет, да, если есть возможность купить со скидкой, можно подождать и 3 недельки. Итак, вот такого вот персикового оттенка, внутри у него коробочка, вы, наверное, сейчас видите. И сам флакончик вот в таком вот дизайне. Очень классный, конечно, и просто вот я не нарадуюсь. Я пробовала туберозу, но она мне не так понравилась, как данный аромат. И сейчас мы с вами протестируем. Все достаточно легко открывается. Площадь распыления достаточно огромная, то есть, в принципе, аромат ложится. Но сейчас пока чувствуется какая-то спиртовая нотка, но она выветрится. Плюс еще надо учитывать, что я все-таки сейчас нанесла уже на аромат, который у меня был нанесен утром от компании Mary Kay. Но не суть дела, поехали дальше. Следующее, что также было заказано, давайте пройдемся по тем товарам, которые уже представлены в каталоге. Это зубная паста Crystal White OptiFresh System. Хочу обратить внимание, что все пасты в компании Oriflame зафольгированы. Очень давно я не покупала данную пасту, и вот я к ней снова возвращаюсь. Мне эффект очень нравится. Не знаю, почему заказала одну, возможно, попозже закажу и вторую. Но пока не могу сказать. Есть у меня сейчас пасты, поэтому пока, в принципе, в дополнительных запасах я не нуждаюсь. Следующее, что также было из коллекции, которая у нас уже есть, это средство из серии Feminelle Special Care. Здесь 300 мл. Очень мне нравится это средство.
и оно достаточно экономно расходуется. И все. Это все, что было из предыдущих коллекций. Теперь мы с вами возвращаемся к новинкам, которые вышли уже в этом каталоге. И первое, что я вам хочу показать, это, конечно же, шампуни из серии Love Nature для волос с зеленым чаем и личи. Я пока вскрывать бутылочки не буду, но здесь всего 250 мл. Сами шампуни достаточно густые, поэтому их хватит на очень долго. Мне, в принципе, такого флакона хватает в целом, наверное, даже на месяц. То есть, в общем-то, очень экономно. Думаю, что запах очень приятный, но пока открывать не буду. Шампунь пока у меня еще есть. И второй шампунь, это 2 в 1 шампунь и кондиционер, яблоко и бамбук. Честно говоря, яблоко должно пахнуть очень приятно, так же, как и бамбук. Уверена, что, в принципе, запах приятный. Хотя давайте, наверное, протестируем, раз уж на то пошло. В принципе, не за горами тот день, когда мне придется пользоваться этим шампунем, так же, как и другим. Поэтому давайте протестируем запах. Ну, пахнет, конечно, яблочко. Яблочком пахнет, и бамбук я здесь пока не чувствую. Ну, аромат такой не новый, то есть это уже то, что было в компании Oriflame, что-то похожее на какой-то парфюм, либо там какая-то есть парфюмированная композиция с данным составом яблока. И давайте попробуем, протестируем следующий. Здесь хочу обратить внимание, как во всех товарах есть заглушечка. И давайте посмотрим. Ну, вот этот вот аромат личи и зеленого чая мне, конечно, нравится больше. Почему? Потому что яблоко, оно само по себе сладкое. Но в последнее время мне нравятся больше такие свежие ароматы. И вот этот вот шампунчик очень даже мне нравится по запаху. Вот. И следующие новиночки, которые также были в этом каталоге. Это новый парфюмированный спрей для ног Fit Up серия с оранжевой, с апельсиновой водой. Очень мне нравятся эти спреи, они охлаждают ноги, и мне очень нравится эффект. Пахнет очень приятно. Ой. Мне почему-то, знаете, напоминает какой-то алкогольный коктейль, вот я сейчас чувствую, с апельсиновым соком. Очень прям напоминает. Ну, может, оно, конечно, и хорошо. Скоро лето, отпуск. Вот, коктейли, пляж, море. В общем, все как положено. Очень хорошие вот эти вот спрейчики. Я взяла аж 2 штуки, так как у меня они достаточно быстро расходуются. И спрея хватает всего лишь на 6-7 дней, если еще пользоваться не только на работу, да, и пользоваться, например, куда-то выезжать. Если на какие-то тренировки, то вот это самое оно. И последнее, что у меня было, это новая серия, значит, обновленная линейка, или новая, даже не могу сказать, это с витамином С из серии Optimus. Я специально открыла данную страницу, чтобы вам продемонстрировать. Во-первых, первое, что я вам хочу показать, это у нас тонизирующее средство для умывания. Здесь написано, что здесь всего лишь 50 мл. Но, честно говоря, когда вот это все пришло, это такое маленькое, посмотрите, это как мой палец, просто вот указательный палец, понимаете, да? То есть смотрите, какое малюсенькое просто средство. Я не знаю, насколько его хватит, это только вот на 1,5 недели, и то как бы как дорожный набор идет. Пахнет, конечно, как морожкой. Вот, мне где-то даже калиной почему-то отдает. У калины, у ягоды специфический такой запах. Вот почему-то калину мне напоминает. Якобы здесь у нас есть витамин С, нам заявляет производитель. Поэтому кожа ваша, конечно, напитается витаминами. Но 50 мл, это я не знаю, это вот этого средства очищающего хватит, ну, наверное, на 2 недели максимум. Так что, если вы думаете
что вам взять в поездку на 2 недели, вот эти средства будут оптимальны. То есть вы обратно их точно не повезете и используете по назначению 100%. И второе, это у нас сам кремушек для лица, гель-крем 30 мл. То есть вот смотрите, это хочу, кстати, обратить внимание, что гель для очищения лица идет не в коробке, а сам крем идет в коробке, тоже странно. Ну ладно. Так, ну давайте посмотрим. И вот так вот выглядит сам крем, гель для лица. То есть посмотрите, он еще меньше, чем само очищающее средство. То есть это вот так вот. Ну, конечно, компания Oriflame любит так все миниатюрно создавать и продавать. Может быть, даже это удобно. В принципе, такой хороший вариант, действительно, как дорожный. И очень удачно выполнен в таких вот ярких красках. Собственно, здесь 30 мл. Ну, однозначно, что это не только минимум на 2 недели использования, не более. Так что если вы, опять же повторюсь, если вдруг вы ищете какие-то средства или собираетесь вдруг, многие берут с собой баночки такие вот одноразовые, куда, значит, заполняют средствами для лица, знаете, есть такие дорожные наборы, можете не тратиться, просто вот приобрести этот набор, если вы вдруг пользуетесь компанией Oriflame или поклонник какого-то из товаров, можете попробовать. Я думаю, что вас вполне устроит данный дорожный вариант и спасет вас в пути. Так, ну маску для лица я не стала покупать, так как у меня еще есть маска с овсом, поэтому не стала. Ну, в принципе, цены здесь достаточно приемлемые. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Здесь есть такая акция, что если вы покупаете 2 штуки, то при цене каждой будет цена 199 рублей. Это действительно так. И хочу всем сказать, что не обязательно брать 2 товара одинаковых. То есть вы можете взять 1 гель для очищающей, 2 это гель-крем для лица. И у вас сразу автоматически посчитается цена, как здесь указано. То есть это не обман. Действительно, на втором шаге вы можете увидеть, что у вас произошел перерасчет в личном кабинете. Ну и, собственно, все. То есть вот весь мой заказ из каталога. Это уже следующий каталог. Я скажу сразу, что я в следующем каталоге не планирую делать заказ, потому что у меня пока все есть. Единственное, что заканчиваются гели для душа, но это не страшно, потому что в следующем каталоге после этого будут новинки и гели для душа. Как раз я планирую их купить. Это каталог следующий, действительно, каталог распродажи. Здесь можно что-то интересное найти, посмотрите повнимательнее. Кстати говоря, там появляется новинка в декоративной косметике, очень меня она заинтересовала. Это кремовый хайлайтер The One. Прям вот интересно, как он будет лежать. Конечно, буду смотреть, кто тестирует данные товары, да, новинки все на лице. Очень интересно посмотреть, как он себя проявляет. То есть, не блестит ли после него кожа, как он наносится, то есть, как он лежит. Допустим, если человек не пользуется ни CC-кремом, ни тональными средствами, ну, я имею в виду, кроме пудры, да, вот как я, то есть, как она будет лежать на пудре, допустим. Вот очень интересно посмотреть, так как это именно кремовый хайлайтер, и очень интересно посмотреть, как он будет лежать на коже, опять же, не используя все эти крема, базы и прочее. Ну что ж, вот такой вот был мой заказ из компании Oriflame. И что же мне вам сказать? Ловите цены, ловите продукты, которые есть еще в каталоге, тестируйте, уточняйте и отдыхайте. Всем пока-пока!